Кремле прошли съемки концерта «О чем поют мужчины». Это когда на сцене появляются неожиданные дуэты или звездные самцы примеряют на себя женские песни. Все так долго привыкали, что Меладзе и Джанабаева скрывают свои чувства, что до сих пор каждое совместное появление – праздник. Но дуэтный номер на сцене дался им нелегко. Репетирую долго, сначала был скандал, потому что я танцевать не хотел. Оказывается, подливать масло в огонь любит и Альбина. Конечно, а как же? Конечно же мы спорим, да? Не та нога, давай другой сюда, наклони, держи меня, вот так. Хотя дома, по признанию знаменитостей, царит полнейшая идиллия. В их семье практически не бывает ссор. Ну, одно дело петь дуэтом на сцене, другое дело жить дуэтом в доме. Это разные вещи. Дома у нее ладошки не потеют. Потому что Альбина знает, дома она не звезда, а женщина. И играет эту роль основательно. Например, никого, кроме себя, не подпускает к кухне и готовке.